экспериментально можно было наблюдать завтра, послезавтра, ну, в ближайшее время. Самое простое, значит. Это является затравочной моделью, в которой точная функция Грина предложена. Теперь это не надо. Здесь не надо. Эффект, который экспериментально можно наблюдать. Ну вот эти эффекты очень были, вот эффекты, значит, с вычислениями угла Герра и Фарадея, они были проверены. А это было сделано. Ну, 2010 а новые что? Новые? Это все уже известно. Ладно.